Сотни договоров на сумму около 200 миллионов рублей. Таковы первые итоги программы «Стабильный бизнес», которая работает в Тверской области. Роман Быков изучил ее условия и убедился в успешности работы на конкретном примере. И еще в марте губернатор Игорь Руденя утвердил программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Одной из мер, которые были разработаны, стала программа «Стабильный бизнес». В ее рамках можно получить займ в размере до 2,5 миллионов рублей на срок до 2 лет по очень привлекательной ставке в 5% годовых. Займ можно потратить на пополнение оборотных средств, то есть закупить товарно-материальные ценности или сырье для производства, или же приобрести основное средство, которое используется в процессе производства товаров или выполнения оказания услуг. Займ могут получить зарегистрированные в Тверской области как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. К последним относится и Ольга Сизова. 5 лет назад начинала печь торты и пирожные на заказ дома. Когда поняла, что в обычной квартире все продукты и оборудование не помещаются, сняла помещение. Затем решила открыть настоящую кондитерскую. Соответственно, и оборудование нужно настоящее, профессиональное. Ольга обратилась в фонд содействия предпринимательству, получив кредит в рамках той самой программы «Стабильный бизнес». С помощью фонда я смогла купить очень нужное оборудование, которое помогает нам и повысить качество нашей продукции, увеличить объемы. А вот мы купили и шоковые заморозки, камеру, да, хорошие, очень высококачественные морозилки, посудомоечную машину тоже такую вот хорошую. Всего за 4 месяца работы программы «Стабильный бизнес» фонд предоставил займов на сумму более чем в 200 миллионов рублей, заключив около сотни договоров. Основные получатели – это представители розничной и оптовой торговли, так как там нужны быстрые деньги. Если говорить по целям, на что привлекают данный финансовый продукт, то это пополнение оборотных средств, а уже потом приобретение основных средств. В доле пополнения оборотных средств составляет 80% от 200 миллионов. Стоит отметить, что аналогичные программы работают и в других регионах, но по неофициальной статистике Верхневолжье – один из лидеров по темпам и качеству реализации. Кстати, хотя программа «Стабильный бизнес» бессрочная, но график выдачи займов имеет. Так что желающим получить средства на развитие своего дела, стоит поторопиться приехать в Тверь на проспект Победы, 14.